Да. Вот это элитный коттедж, конечно, не здесь, да. Вот левый красивый. Да. Ап, шлеп зона. Ну, Саш, давай здесь коттеджи строить будем, а? По Волыни к ставбе мата? Так, сейчас дадим посуду. Нет? Так, вы... Парковичте. Ты мне в это глаза сказал, я не понял. Я не сориентировался. Я потерялся. Михаил Саныч, ты капец. Гонщик. Блин, что он дом строит? Видит, чё, где здесь дом строит? Внизу там строят дом, да. Ну, видишь, как эти тела? Ну, у них видовищно, конечно. Ты, Миша, давай еще кондишку. Слушай, а ты был прав, да, кстати, вот эти дома, во, они слева, да. Подожди, это не эти. Ну, они чуть ниже еще. Да. Вот сейчас будет, они дальше. Да, 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 блин, ну они такие классные. Да, вот это крутые, я бы себе тоже там купил такой дом. Но они по миллиону будут стоить. Думаешь? Ну, конечно, может даже по три. Да? Да. Давайте здесь строим. Вот дома да. Они, вот. Вот, да, 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 а, бля, вообще. Чтобы за миллион дом купить, это же как бы... Так я тебе говорю, здесь тоже не так легко жить. Должна быть зарплата от десятки тогда? Да, да, это только для богатых. Хорошо, чтобы иметь зарплату от десятки, что дадут взять? Бизнес иметь. Слушай, ну какой бы бизнес не был, да, иметь десятку с бизнесом, это не так просто. Ну тогда, поэтому таких домов всего, видишь, 8 штук на весь Линц. Да ладно, обычно. Ну обычные мы там видели советские, вот так живут. Не, правда. Вот видишь эту фигню, которую мы видели, да, вот она да, 5. Да, да, я вижу. Ну гляну, что она делает, на самом деле. Ну тут что-то, ну я же тебе говорю, это понтонный типа переправ, ну не понтонный, мост. Этими. Ну да, вот у Хазаных такие. Ну смотри, какой дом. Вот этот прикольный что-то. Это типа центр какой-то. Да, папа, в таких у нас тоже. У нас же тоже есть D3 типа за... Ну да. На, ну, это... За миллион. За миллион. Здесь, короче, так же. Где Миша сейчас? На это... Лево. В смысле? Здесь просто, что покупать... Куда налево? Подожди, ты давай вот конкретно. Вот смотри, вот сейчас вот будет, еще едешь, 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 100 метров и налево, наперед. Вот сейчас вот. Вот сейчас. Вот сюда, в эту улицу получается, вот сюда. Ну, а, ну типа оно... Прямо давай, все. Оптимальная скала это, ну, все как обычно. Кому выступить тут должны? Если бы, ну да, наверное, надо было налево, потому что сейчас мы нам... Тогда, не, там, все, оно переложило. Переложило? Вот сейчас налево, сейчас придется, налево. Да, сейчас тогда налево. За этой не вижу что-то. Блин, ну фиг его знает, ну интересно на самом деле. Здесь просто, что ты можешь... Ну, здесь тоже не так все типа бесплатно ну, дают. Да сейчас налево. Не, не получится, ну прямо. Ну, Пёк, какой налево, Паша? Ну, я, не знаю, оно странно. А он типа гонит, чтобы левее уйти, на автостраду. С эстрады просто получается ты там... Ты меньше, ты нормально переложи дорогу, как я пробую. Что ты залево? Куда? Во дворы поеду. Ну, тогда возвращаемся назад через этот мост. Да. Ну, и мы должны вообще туда по идее, да, на другой, да, на другой мост едем, да. Ну, поехали тогда по главной дороге, через дворы. Смотри, видишь как? Едем на один мост, едем дальше через второй мост, да. И все, уже трасса. Понял? Понял, да. Если бы нам налево повернули, мы бы через дворы выехали бы прямо на это.
Проедем по центру, давайте. А сейчас мы прямо можем? Можем. Давай прямо тогда. Мы всем уступаем. Давай прямо тогда. Не можем, наверное. Не можем. Не можем, только направо. Вот, только направо, да. Можем сейчас, вот если хочешь, вот здесь вот крутануться и ехать тогда сразу туда, чтобы через мосты не ездить. А где разворота нет? Ну, здесь написано, есть разворот где-то, нет? Нет, сплошная. Сплошняком, лучше трамвай. Подожди, мне тогда сейчас под мост направо, вот правильно? Это разворот, не? Подожди, нет. Мне под мост надо направо? Да, под мост. Ну, проедем еще раз. Вот такой вот лиц был сдалека, да, такой это, сблизи. Это, кстати, знак, ребята, видите? Это знак. Подожди, я могу тут налево и развернуться. Да, под мост. Подожди, какой под мост? Я могу налево разворачивать. Не-не, все, под мост. Вот туда, налево, да. Ребята, это знак. Ну, я разворачиваюсь и еду туда сейчас. Или не разворачиваешься. Езжай вниз вот на ту главную дорогу. Смотри. Среди где Миша. А, так ты просто на следующем... Давай, да, налево. Все, за автобусом, мост. За автобусом. На следующий мост просто заедешь. Да, следующий мост, это уже все, уезжает. Нормально. Это знак. Вот это главная площадь. Сюда вернемся, посмотрите. И здесь жить будет кто-то. Все, Петя... Ульяна. Не знаю, но вот стоп пудов. Вот я вам говорю. Паша сейчас на биток закинет. Да. Потом не мовитость купили, бля. Представляешь, с каким баблом вы сейчас были, бля. Да. Тут прямо? Да, прямо. Да было там. Он бы мог уже не работать. Прямо 800 метров. 700 метров и держись слева. Парк отель. Слышишь, Паша, вот ты пойдешь, да, ты потом потихоньку у них разузнай, типа, сколько ж они за час, вот, допустим, ну... Ну, я думаю, ну, 150, если они готовы платить этим, ну, 180. Ну, 150 они готовы были платить, вот. 150, да? Я так понял, да. И эти, может, даже получается... Там налево? Да, держись слева, да. Не полностью налево, но как бы лево держаться. Ну, слушай, мы, кстати, да, стали были на паркинг самый оптимальный. Подожди, так сейчас не поворачиваем мы налево? Сейчас, не поворачиваем, просто держимся лево. Не-не, Татуированная баба какая-то, смотри. Ну, вообще капец, да. Мне не нравятся, если честно, татуировки. Мне кажется, за свое тело, типа, сам ну, как хуже идиот. Делаешь. Держись лево, говорит. Правильно сейчас вперед. Лево держись. Да, можно прямо. Угу. И на этот вот мост и все, и мы на автобане. А нам... Подожди, куда сейчас нам ехать? На мост вот этот. То есть прямо едем? Прямо, да, то есть прямо. Да, прямо, а потом налево. Вот на Прагу, да, налево. За Ауди, да? Угу. И сейчас 3 часа. Как 3 часа? Да, 3 часа сейчас. Ехать? Не, сейчас 3 часа. Ехать час. 4 там. Вот-вот, чисто, все чисто. Ох, какой мост. А мы были вон там наверху, да? Нет, мы правильно все поехали. Мы поехали тут быстрее. Там бы пыркались, я не знаю, сколько бы. Держись право. Написано, я вижу.
все время прямо.